Good day, sir. С тобой снова R. И сегодня я тебе покажу, как включить стимовский счетчик FPS в стимовских играх. Ну что, поехали. Итак, для этого нужно зайти в раздел Steam и нажать кнопку настройки. Зайти в раздел аккаунт и нажать кнопку «Сменить». Нажимаем вот сюда и Steam Beta Update. Затем нажимаем «Ок». Для этого теперь нужно перезапустить Steam, чтобы изменения вступили в силу. Нажимаем. И выполняется загрузка обновлений. Отлично, Steam обновился. Теперь точно так же нужно зайти в настройки, пункт в игре, отображение частоты кадров, и здесь нужно выбрать, в каком углу экрана будет отображаться, собственно, FPS. Ну, давайте выберем, не знаю, в правом верхнем углу. Так, высокий контраст счетчика кадров на всякий случай включим. И нажимаем ОК. Все, теперь нужно просто зайти в какую-нибудь игру. Ну, а пока я переключусь на игровой режим. Так, отлично. Вот здесь вот показывается, собственно, FPS. Давайте проверим это в игре. Запускаем. Тут я пытался перепройти игру, да. В общем-то, давайте загрузим. Так, нужно немного подождать. Идет на 100%. Необходима ручная замена модуля. О, ясно! Сменный модуль, вы готовы начать? Неисправный модуль, вы готовы начать? А ты как думаешь? Ваш туманный ответ истолкован как... Нет! Ты не понял, это сарказм! Безвыходная ситуация. Возгорание... Да, мы это все помним. Да. В общем-то, да. Высокий FPS можно вот здесь вот видеть. То есть, в общем-то, все работает, и это не фейк. Да, было бы неплохо узнать об этом раньше. Просьба ответственному сотруднику нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Нет, вот только я не понимаю, почему все рывками. Нет! Хотя что тут? Сама! Я запрещаю тебе ее трогать! Понятно же, все должно быть. Не трогай ее! Отойди! Потому что как бы это бандикам все такое. Старпи! Заминировать кнопку! Что? Ты все еще жива? Ты издеваешься, да? Ты смеешься надо мной? Ну, конечно, катсцену лагать так не будут, наверное. Да. Все починить. Ты, значит, играешь тут в кошки-мышки, да? Пока люди пытаются... Стоп, в смысле? Я же оранжевый портал открыл. Ладно. Смысл? Стоп, я же оранжевый портал открыл. Ладно. Пусти. Пустите! Мы в космосе! Пустите! Пустите! Я все еще подключен! Я могу втянуть! Ну, ясно, короче. Наверное, ты уже все понял. Что ж, надеюсь, тебе это видео понравилось. Если так, то не забудь сделать то, что скажет тебе Максим. Ну что, бай-бай, сэр. Поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Ой, блин, здесь же музыка, сори.